Депрессия – вот одна из основных причин детских суицидов в Казахстане. Как показал опрос среди старшеклассников, склонных к самоубийству, 90% страдают психическим расстройством. И вот данные Всемирной организации здравоохранения. За последние 50 лет случаев суицида в мире увеличилось на 60%. Ежегодно более 800 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. По мнению экспертов, суицид – это одна из основных причин смертности среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет. Алло, здравствуйте. Контакт-центр при уполномоченном по правам ребенка. Чем могу вам помочь? Меня зовут Матая Валентиновна Штаминбаевна. Я работаю психологом-консультантом контакт-центра при уполномоченном по правам ребенка Республики Казахстан. Профессия психолог я пришла еще в 90-х годах. Получается, почти около 20 лет я работаю психологом. И последние из них, около 7 лет, работала в сфере психолога-консультанта по семейному воспитанию. Тематика обращений совершенно разная. То есть это и взаимоотношения мальчиков с девочками, это дружба, это вопросы взаимоотношений с родителями. Звонят и сами родители по вопросам воспитания своих детей. Допустим, буквально вчера даже вот были звонки. Был один звонок, когда звонила мама, а рядом сидит ребенок. Ребенку 7 лет, как она сказала. Ребенок постоянно грызет ручку, в классе не сидит на уроках, учителя не слушает, постоянно со всеми конфликтует. При том, при всем, что мама звонит явно с жалобой. И ребенок все это слышит. Ну, мы, конечно, корректно попросили, чтобы ребенка она отправила поиграться на улицу. И сами начали разговаривать уже с мамой. Случилось так, что, оказывается, ребенок с первых дней до 5 лет рос у бабушки. Соответственно, в любом случае у ребенка был уже дефицит внимания, материнского тепла, что и привело к такому гиперактивному поведению в классе. Была ситуация, когда женщина нам позвонила. Начала плакаться, говорить о том, что вот она третий день не кушала, что ребенок у нее на руках 10-месячный малыш, который тоже не кушал, что муж ее избил, выгнал из дома, она сейчас у тети, которая тетя тоже ее выгоняет. По голосу как бы у нее ситуация была такая сложная, и как бы, почти около часа мы с ней разговаривали. Конечно, вот эта ситуация запоминающаяся. Вопросы могут быть разные, юридического характера. То есть как бы, буквально вчера позвонил мальчик, ему, правда, 21 год, взял кредит на имя для своего друга, и не знает, что делать, потому что дома конфликты, родители его из дома изживают. Ну, как бы понятно уже ситуация, и сумма там, в принципе, для 20-летнего мальчика не такая уж и маленькая, почти 500 000. И он не знает, как, что делать уже, потому что он сейчас находится в отпуске, зарплата у него маленькая. И, ну, так получилось, что он поверил своему другу и захотел помочь. Вот. И не знает, что делать. То есть тоже как бы в таком немножко в кризисном состоянии находился. Вот. Вот такие вот ситуации. Вначале переговорить, конечно, с оператором. Оператор, поняв, в каком состоянии находится этот молодой человек, уже перевел на нас. А переговорив уже с нами, мы уже посоветовали, что вот все-таки, несмотря на то, что он кредит взял на свое имя, что можно как-то, возможно ли как бы, найти какие-нибудь выходы, мы уже как бы, посоветовали к юристу. То есть он даже в мыслях у него даже не был, что можно обратиться к юристу, можно ли как-то через суд оспорить там что-то. У него даже об этом мыслях не было. И у него вот теперь хоть какая-то зацепка появилась о том, чтобы урегулировать тот момент, который, в принципе, он сам не создал своими руками. Я могу сказать, что в свете
в спектре разного рода проблем на сегодняшний день, как и среди взрослого населения, так и среди родителей, как среди детей. Деятельность контакт-центра при уполномоченном по правам ребенка, она выступает прежде всего как бы связующим звеном между органами и школой, между школой и ребенком, между школой и родителями. Почему? Потому что только при общем взаимодействии всех социальных вот этих институтов можно помочь социализироваться ребенку, потому что мы занимаемся не только просто ответами на разного рода вопросы, мы занимаемся тем, что прежде всего помочь ребенку социализироваться в обществе, найти себя, помочь ему защитить себя и, конечно же, защитить права как родителей, так и ребенка в это сложное время.